15 километров автодороги в Буйнакском районе отремонтируют к концу августа этого года. Участок ведет из Буйнакска в Кизилюрт. Дорога обеспечивает транспортные и социальные культурные связи двух городов и является одной из востребованных у туристов. В рамках ремонта усилят основание дорожного полотна, асфальтобетонное покрытие, обновят систему водоотвода. Предусмотрены и пешеходные переходы, автобусные остановки, сигнальные столбики, дорожные знаки, горизонтальная разметка. Ежедневно на объекте задействовано более 10 единиц спецтехники. Работы ведутся в рамках реализации госпрограммы регионального Минтранса.